Пересохшие реки и иссушенные сельскохозяйственные поля. Сильная засуха на Гаити усугубила нищету и голод в этой стране. Фермеры 3 года подряд теряли большую часть урожая. Об этом сообщает Всемирная продовольственная программа ООН. В прошлом году засуху значительно усилил климатический феномен Эль-Ниньо. Это повышение температуры воды на поверхности Тихого океана в его экваториальной части. В одни регионы оно приносит избыток влаги, другие лишает осадков. Нынешний феномен Эль-Ниньо, который начался в марте 2015 года и в декабре достиг пика, наверное, самый сильный в истории. Он утихнет к середине 2016 года, но его последствия будут чувствоваться еще весь 2017 с широким географическим охватом. Ситуация с продовольствием на Гаити за последние полгода ухудшилась в 2 раза. По данным Всемирной продовольственной программы, около трети 10-миллионного населения страны в той или иной степени ощущают нехватку еды. При этом около 1,5 миллионов гаитян страдают от хронического недоедания. В некоторых районах голодают до 70% населения. Засуха также лишает людей рабочих мест. В сельском хозяйстве задействовано около 1/2 гаитян. Если этой весной не пойдет долгожданный дождь, то Гаити ждет 4-й год почти без урожая.